Ребята, всем доброе утро. У нас сейчас завтрак. На завтрак я сделала вот такие вот слоечки. Это с черной смородиной, с джемом. И йогурт. Мой любимый йогурт. Вкус кокоса. Обожаю этот вкус кокоса. Еще писали очень вкусный ваниль. Ну, не знаю. Пока... У нас еще есть масло кокосовое. Сейчас мы достанем масло кокосовое. Добавим его в кофе. Это очень полезное масло кокосовое. Кстати, достань, пожалуйста, масло. Кокосовое масло. Это не вам не, не оливковое масло, это кокосовое масло. Кстати, оно в морозилке. Достань, пожалуйста, масло кокосовое. Оно очень полезное масло кокосовое. И это вам необычное масло. А ты что, не добавила в кашу масло кокосовое? Подожди, какое масло? Это молоко кокосовое. Молоко кокосовое ты не добавила в кашу? Нет, я забыла. Ладно, ребята, всем приятного аппетита. Кто кушает вместе с нами, будем пить кофе. И у нас сегодня на самом деле очень-очень много дел. Я помыла голову, сейчас буду... Очень важный день. Буду высушивать, делать укладочку. И мы будем сегодня... Ладно, расскажу чуть позже, что мы сегодня будем делать. Сегодня мы продолжаем готовиться к дню рождения Лики. Завтра у Лики день рождения. Все подарки мы уже купили. Остался заключительный подарок. Самый главный, самый важный подарок. Мы едем сейчас. Это... Что шарики. Это? Шарики, правильно. Нет. Мы сейчас едем за самым важным, самым главным подарком на Ликин день рождения. Я очень надеюсь, мы очень надеемся, что он ей очень понравится. На самом деле она, ну я так думаю, что она не догадывается, не подозревает, что мы этот подарок подарим, но все же надеемся, что он ей очень понравится. И сейчас мы, в общем, едем за ним. Лика сегодня у нас до 4 часов в школе, сейчас 2 часа, я надеюсь, что мы успеем все сделать. Сегодня девчонки пойдут к бабушке ночевать, потому что у нас сегодня... Нам нужно сегодня готовиться, да, к дню рождения. Я еще сегодня хочу испечь торт. Мы думали купить торт или испечь. Все же я решила его испечь, потому что я хочу делать очень интересный, красивый торт. В общем, как бы особо я его не нашла, где можно купить. В магазинах его нет. Заказывать только. Его только если заказывать, да, но... А заказывать можно и самим испечь тогда? Дело в том, что там, где можно было заказать, я посмотрела, у них наличия нет. Можно было бы, конечно, другие заказать торт. В общем, я решила заморочиться и самой испечь торт. На самом деле интересно, я вообще люблю печь. Единственное, что не очень много времени на это. Но мы будем Ликин день рождения отмечать в кафе, поэтому дома мне готовить не нужно. И вот я решила выделить время для приготовления торта. Ну а сейчас мы едем. Миланка сегодня уже свой подарочек, который приготовила Лике, уже запаковала, да, Милаш? Да, лежит в багажничке. Лежит в багажничке, да. Мы завезем на обратном пути бабушке, спрячем там, чтобы Лика не видела до завтра. Да, а завтра девчонки Миланка самая первая проснутся, да. И Миланка хочет быть первой, кто поздравит Лику, подарит подарочек. Кстати, смотрите на канале Мими Шоу, что же Миланка будет дарить. Какой подарок приготовила для Лики. Милана умничка, выбирала сама подарочек. Очень оригинальный подарок. В общем, выбрала то, что нравится Лике. То, что Лика любит, да. И, в общем, смотрите на Миланом канале. Ссылочка в описании под видео на Миланом канал. Голосочек немного осипший, не знаю, мы даже с ней в садик не пошли, что-то у Миланки большой насморк и немного вчера болело горлышко, но сегодня вроде не болит, но зато осипший голос. Миланки, в общем, процедуры все делаем, на всякий случай мажем горлышко, брызгаем. Вот, так что в садик сегодня Миланка не пошла. С нами катается, с нами готовится к дню рождения Лики. И завтра не пойдем, да, дочь? Завтра мы не пойдем, конечно. Завтра мы будем отмечать день рождения Лики. Лика, кстати, завтра в школу тоже не идет. Расскажу вам по секрету. Мы сделали ей еще один подарочек. Выходной. Да, да, завтра выходной. Мы завтра весь день будем гулять, отдыхать. И потом уже с родственниками соберемся в кафе и будем отмечать день рождения. Будем задувать свечи. В общем, будет весело, замечательно, интересно. Ну, а сейчас мы, в общем, едем за главным подарком. Все, мы забрали наш Ликин подарочек. И сейчас едем. Вообще, такие пробки здесь. Едем уже сейчас...
Это еще не такие пробки. Так, ну я не знаю, сейчас мы успеем домой заехать или сразу Лику заберем по пути. Видно будет, как мы будем двигаться, как будут пробки. По навигатору успеваем. Навигатор вроде успеваем. Забрали подарок. Да, сейчас отдадим и все будем запаковывать. Да, подарки мы не запаковали. Да, кстати, мы ни один подарок не запаковали. Миланка только свой приготовила уже по полному. Все запаковала красиво. Теперь только ждет дня рождения, чтобы его вручить, да, милашка? А у нас еще очень-очень много дел. Девчонок, мы к вечеру, наверное, часов 5-6 бабушки отвезем, и начнется самое такое, да, много дел. Вот, я буду торт делать. Сейчас, кстати, нужно еще заехать в магазин, купить для торта продукты, потому что не все куплены. Лика уже пришла из школы, кушает и пьет чай, и сейчас собирается и едут к бабушке. Как дела в школе? Нормально, написали контрольную. Опять по какому? По химии, писали контрольную. Это то, что ты вчера учила? Да. Написала? Да, по химии будет точно 5, а по химии, по физике. Про химию еще сказала? Да, по-моему. В общем, по химии 5, по физике или 5, или 4. Ну, скорее всего, тоже 5. Главное, это точно. Или это не точно? Лига? Понятно. А не говорили еще оценки по русскому? Еще даже не передали их на проверку. А когда? В течение недели? В течение недели. Если в воскресенье допроверят все и в понедельник скажут, то лучше. А там может быть еще больше. Понятненько. Но мы завтра в школу не идем. Лика забыла предупредить, то есть я забыла написать записку, но мы, наверное, напишем классному руководителю, да? Да. Что мы не идем по очень важной причине. Очень важная причина. Да. Вот. Я сегодня английский сдавала учительнице, диалог на перемене. Вот, она сказала то, что давай завтра во второй роли, я сказала то, что мне завтра не будет. Она говорит, ну тогда давай. А ты сказала почему? Нет, она не спросила. Ну, она просто, я просто сказала то, что меня завтра не будет, она сказала, ну тогда давай в среду. Ну хорошо. Поэтому она знает, что меня не будет. Ну и хорошо. Лучше повторишь, да? Сегодня, в принципе, тебе делать я нечего. Я вчера еще не учила. А, ну, я можно. Я надеялась, что она забудет и скажет, что ты сдавал вторую роль и поставит по одной роли оценку. Не, ну ты сегодня у бабушки будешь. Мне сегодня надо будет обязательно учить эту литературу. Ну, вот вы у бабушки бездельничать будете. В принципе, вам делать нечего, поэтому можно... нечего, а фильм смотреть. Ну, можно и то... На диванчике лежать. Можно и то совместить. Так, ладненько, у нас времени немного, девчонки собираются, и мы тоже собираемся. У всех... Кого времени немного? Много до завтрашнего дня времени. У всех свои... Мне еще торт печь, в общем, у всех свои дела. Ладненько, давай, кушай. Девчонки уже... У бабушки, а у нас сейчас задача запаковывать подарки. Потом мы пойдем надувать шары воздушные. Я сейчас вам все покажу, что у нас здесь творится. У нас будет, расскажу вам секрет, у нас будет квест-челлендж. 16 подарков на 16 лет. Поэтому у нас достаточно подарков, которые нужно красиво завернуть. В общем, все сделать празднично, все нужно сделать красиво. Ну и, конечно же, главный подарок, который мы думаем, как его красиво запаковать, куда его спрятать, то ли в коробку, то ли просто в подарочную бумагу. Смотрите, у нас здесь разные шары. Я выбираю, конечно, это не все шары мы будем надувать. Мы сейчас пойдем в магазин специализированный, где надувают шары. Сами мы их купили потому, что нам нужно было определенные цвета. Мы хотели розовый, перламутровый, то есть такой как белый, и сиреневый шар. Хотим в таких цветах надуть шары. Это запасные шары. С собой на всякий случай возьму, потому что бывает, когда надувают, ну, лопаются. А вот эти все шары нам нужно будет надуть. И еще у нас вот такое вот сердце красивое. Его нужно будет тоже, чтобы нам надули. Это мы сейчас пойдем и будем надувать. Пакеты не все. Но нам нужно еще, скорее всего, коробки. Мы достали все подарки. И нам вот это вот все нужно разместить. То есть все красиво запаковать, красиво завернуть. Здесь и пакеты есть, и коробки. Бумага вот такая вот красивая, смотрите. Такие интересные короны, сердечко, всякие шарики. В общем, yes. В общем, такая вот
бумага, которую мы будем заворачивать подарок. Ее, кстати, здесь не так много, поэтому... Ну, у нас еще есть бумага, сейчас ее нужно достать. Мне кажется, бумаги нам, конечно, будет мало, несмотря на то, что у нас еще такие два рулона есть другого цвета. Нам нужно будет, скорее всего, еще купить. В общем, поэтому мы сейчас хотим разобрать все подарки и понять, что нам, сколько нужно еще пакетов и коробок купить. Еще у нас, вот, смотрите, вот такая красивая коробка есть, которую нам нужно сейчас собрать. Это коробка такая. Ее нужно собрать и подумать, скорее всего, я уже даже знаю, да, что мы туда положим. Это будет очень красиво. Да. Мне сейчас пришла мысля, я пока не буду говорить, что мы в нее положим. Это будет, по-моему, очень прикольно, очень красиво. Так что вот такие вот дела. Ладно, сейчас мы будем все собирать, и нам нужно понять, сколько нам чего нужно еще покупать. Имею в виду пакетов, коробок и бумаг. Бумаги для обертывания подарка. Еще у нас есть вот где-то тут очень важный главный подарок, вот, над которым я думаю, куда его лучше завернуть, спрятать. То ли вот какой-нибудь такой пакет подарочный, то ли в коробочку и завернуть в такую вот бумагу яркую, красивую. Собрали мы коробку. Так вот, бумагу такую. Не знаю, как он правильно называется, но вообще декоративно. И сюда сейчас буду складывать подарок. Смотрите, какая красивая коробка получилась. Вообще супер. Просто. Оп, на магнитике. Класс. Коробочка. И вот сейчас сюда буду складывать подарок. Что-то уже разместили мы по пакетикам. У нас даже есть вот здесь вот маленький такой подарочек в пакетике. И, в общем, что-то разместили. Сейчас я уже понимаю точно, что нам нужно будет еще два. Нам нужно будет еще купить два, ну, примерно такого размера пакета. И, скорее всего, еще пару коробок. Ладно, в общем, сейчас буду выкладывать сюда подарочек, в эту коробочку. Мы пришли за вот таким вот букетиком каким-нибудь очень вкусненьким. Мне уже нравится. А мне вот этот нравится, и вот этот еще больше всего нравится. Не яркий, там только цветов ярких. Нет. Смотри, какой красивый, такие большие зефирки. Тоже большие. И как маршмеллоу, ну это и есть маршмеллоу, да? Но она же хочет розовое с белым больше. Ага. Мне кажется, вот этот вот. Как ты думаешь? В общем, мы сейчас купим зефир, может быть, еще какие-то букеты есть. Ой, надули мы шарики. Да, но я не вижу, куда мы тут идем. В общем, мы идем еще. А мне нужно коробки купить. Еще коробки мы не купили. Видишь? И, в принципе, все, топаем домой уже. У нас на улице такой дождь идет вообще. Погода, конечно, испортилась. Вчера было почти что плюс 15, а сегодня, не знаю, градусы, наверное... 11 показывает, но мне кажется, ветер 4 сильный. Градуса. Во-первых, дождь, ветер холодно, сильный, холодно. До ужаса. Ужасная погода. В общем, едем еще в магазин сейчас. А завтра, по прогнозу, еще холоднее должно быть. Не очень, конечно. Ну, скорее всего, будет, ну ничего. Но у нас были планы, мы хотели погулять, но... Как бы еще кое-куда собираемся, потом хотели погулять, и уже вечером мы будем собираться с родственниками в кафе, будем отмечать день рождения, всех пригласили уже в кафе. А, ну, наверное, прогулочки прям под небом отменяются, потому что по прогнозу весь день будет идти дождь, поэтому, скорее всего, вот куда мы запланировали, да, сходим. Мы, если честно, еще не знаем, расскажем по секрету. Сертификат в музей. И Вика выберет сама, какой она хочет музей, да. И ну, вот... у нас есть предположение, какой она хочет. Ну, настаивать не будем, сама по себе. Да. В общем, в какой захочет, сходим. Вот, наверное, в музей уж там точно мы не намокнем. А прогулочка наша, наверное, накрывается. Ну и потом уже как раз нам нужно будет домой зайти переодеться, потому что Лика хочет платье красивое надеть. Я тоже хочу юбочку. Вот, а гулять, конечно, мы замерзнем, если пойдем в таких нарядах. Ну, поэтому...
там нужно будет домой зайти, все взять, переодеться, и потом уже мы идем вечером в кафе. Мы пришли только что домой, Макс почуял запах роз, посмотрите, какая красота. Макс думает, что я ему сейчас цветочек подкину, пожевать, но нет, ошибается. Посмотрите на эту красоту, на эти розы. Это просто вообще нереально красивый букет. Какие они нежные, нежные эти розы. Это вообще прелесть. Ладно, будем сейчас раздеваться. Мы еще даже не раздевались. Сейчас нужно их в вазу быстренько убрать. И будем дальше запаковывать подарки. Еще не все мы запаковали. И смотрите, какой мы все же выбрали сладкий букет из зефирок. Нам он понравился больше. Алика, кстати, давно облизывалась на такой букетик. И мы решили ей подарить. Так, смотрите еще, что мы взяли. Взяли вот такие вот стаканы. Happy Birthday. Две упаковки. Ну, как бы в кафе понятно, что свои стаканы. Но нам захотелось такие вот яркие стаканчики. И они такие прям плотненькие, хорошие. Такие же взяли салфетки. Тоже, чтобы как бы они были яркие. Праздничные. И вот то, что нам не хватало, мы взяли вот такие вот пакеты подарочные. Вот такая расцветка. Вот такую расцветку взяли. Вот такая. Ну и повторюшки, то есть вот такие вот еще пакеты. В общем, взяли все, что нам нужно. И сейчас будем заниматься дальше. Я, кстати, еще не делала торт. А сейчас, между прочим, уже 9 часов вечера. Я еще не начинала делать торт. Мы только пришли домой. Сейчас быстренько поставлю бисквит, потому что торт у меня... Я планирую делать бисквитный. Сейчас первым делом сделаем тесто и в духовку отправим. И у нас будет где-то 40-45 минут. Будем тем временем заниматься подарками. Наш торт готов. Уже мы его сделали. Я только что выровняла торт. Очень получился нежный, принежный торт. Смотрите, вот такого цвета пышки и белый крем творожный. Сейчас буду посыпать крошкой и потом буду украшать с помощью вот такой вот цветной посыпки. Еще не выбрала какой цвет, не знаю, то ли розовый с белым, то ли золотой, ладно, сейчас определюсь. И еще у меня мармелад есть в виде сердечек, буду потом... В общем, буду заниматься украшением. Сейчас я буду посыпать вот этой крошкой. Красивой, красной такой. С подарками мы уже все сделали. Шары готовы, подарки запаковали. Ну, уже, в общем, знаете, сколько времени? Я не помню, сказала я или нет. Я уже подустала, если честно. Сейчас почти что 2 часа ночи. Представляете? А я еще делаю торт. Ну что, закончили мы украшать торт. Украсила мармеладом, украсила посыпкой. Сердечки, мармелад на шпажках. Получилось, по-моему, очень красиво. И специально оставила место, потому что будут свечи. У нас еще свеча фейерверк. И обычные свечи будут Лика задувать. Торт получился безумно нежный и очень-очень вкусный. Мы попробовали, правда, в отдельности крем и пышка. Но вместе сочетается, наверное, еще круче. С подарками у нас тоже все уже сделано. Все мы украсили. Что-то в коробках, что-то в пакетах. Здесь у нас шарики. Шарики, шарики. Что-то у нас вот в пакетиках. Что-то мы попрятали. То есть Лика будет искать подарки. То есть они не все здесь. 16 подарков. И Лика будет их искать. Вот он, один из подарочков. Тоже даже шарики. А там где подарок? Спрятал? Спрятал? Я положила туда подарок, папа спрятал. Не знаю, где, если честно. В общем, куда-то подарки тоже папа тут попрятал, по всей вероятности. В общем, Лика завтра будет искать подарки. И потом распаковывать. Все, на этом наш влог, ребята, сегодня заканчивается. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Заходите завтра на наш канал. И всем спокойной ночи. Всем пока-пока.